И в продолжение спортивной темы. Праздник для горожан на воде устроили чемпионы мира по водно-моторному спорту. Гоночная команда New Star Racing Team уже была в Чебоксарах 4 года назад. Теперь показательные выступления вышли на новый уровень. Многократные чемпионы России, Европы и мира по водно-моторному спорту показали шоу с элементами спортивной борьбы. Гонщики продемонстрировали чебоксарцам и возможности спортивных болидов класса Формула-2. Продолжили водную программу флейбордисты. Этот трюк называется «Дельфин». С помощью специальной конструкции можно плыть сквозь волны, кувыркаться в воздухе, порой на высоте до 15 метров. А дальше все зависит от фантазии. Байк-шоу, кейт-парад, парусная регата. Водное шоу становится традиционным в череде праздничных событий.